Наступил сентябрь, а значит, пора готовиться к отопительному сезону. 15 августа в Павлодарской области стартовал месячник пожарной безопасности, который пройдет в два этапа. Первое – организационные мероприятия для профилактики пожаров в жилом секторе. Второй этап – по подготовке к отопительному периоду. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят подворовые обходы, где отдельное внимание уделяется готовности приборов отопления к эксплуатации, их проверка на неисправность и аварийность. Подготовку к отопительному сезону нужно начинать уже сейчас, а жителям частных домов следует проводить ее заранее для того, чтобы избежать случаев пожаров. По итогу отопительного периода мы имеем снижение почти по всем показателям. Это количество пожаров, ущерба, гибель людей, травмирование при пожаре. Снижение идет по всем направлениям, но, к сожалению, мы имеем два раза увеличение количества отравлений угарным газом без пожара. Это все причины в основном являются печным отоплением. Неисправность, забитый дымоход, трещины и сама эксплуатация печи. Профилактическая работа ведется также со всеми семьями, относящимися к социально уязвимым слоям населения. За счет неправительственных организаций и акиматов с 2018 по 2020 годы установлено 480 датчиков угарного газа. Газ без цвета и без запаха. Обычному человеку вряд ли удастся его своевременно обнаружить. А вот датчик быстро реагирует сигналом на малейшее его появление. Благодаря установленным устройствам в Павлодарской области были спасены две многодетные семьи. Валерия Степчук, Яртус Ахпарат.